в предыдущей серии. Самое главное немного продержаться, а после чего завершить наш план. Мы сейчас быстренько прокопаем небольшие тоннели, освободим пикселей, жителей и реализуем свой план по полной. А, ё-моё, господи, чё это? Ё-моё, за ерунда, капец, как я испугался. Офигеть, господи, пиксель, чуть сердце в пятки не ушло. Не пугайся, носатый, не пугайся, план освобождения. Я просто глазам не верю. Я не верю, что вижу тебя! Уходим, носатый, уходим как можно скорее! Ну чё вы тут стали? Уходить надо! Пора вернуть деревню под наш контроль, Пиксель! Пора навести там порядок! Теперь нас ничего не остановит! Мы двигаемся в деревню и, наконец-таки, вернёмся в неё! Да не гони коней, Пиксель! Прежде чем врываться, нужно сначала план продумать! Носатый, да какой план? Ты сам посмотри, сколько нас тут! Да если мы прямо сейчас ворвемся в эту деревню, мы просто застанем врасплох миллионера! А это значит, что мы очень быстро сможем с ним разобраться и, наконец-таки, освободить деревню! Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас мы с носатыми готовимся к очень серьезному мероприятию. А именно к освобождению деревни жителей номер 13. От входа в деревню нас отделяет, ну, буквально, наверное, блоков 30. И не знаю, как носатый, но я готов ворваться. Да погоди ты, Пиксель, ну оружие скрафтить, а броню какую-то, носатый, ну скажите ему. Ну, на самом деле, оружие это действительно хорошая идея. Потому что с таким арсеналом, боюсь, у нас действительно вряд ли что получится. Но, блин, носатый, вы реально сейчас предлагаете начать какое-то выживание, добывать железо, добывать уголь, переплавлять это все. Если мы будем этим заниматься, то, боюсь, мы деревню дней через 10 только освободим. Да зачем выживание, Пиксель? Нужно просто вернуться в деревню миллионера и быстренько, аккуратненько добыть настоящие драгоценные блоки и скрафтить все необходимое. Ё-моё, жители, это капец, какая рисковая операция. Вы в буквальном смысле предлагаете нам сейчас вернуться в логово зверя. Тем более, вы вообще реально видели нашу толпу. Да если мы выйдем сейчас из этого тоннеля, то, боюсь, миллионер заметит нас через несколько секунд. А нам только удалось улизнуть от него. Мы только спрятались. Именно поэтому, Пиксель, ты отправишься туда один. Офигеть вообще. Вот это просто обалденная идея. Отправить меня туда самостоятельно. Нет, в этом, конечно, есть логика. Я действительно более профессиональный и незаметный. Но, блин, ребята, это реально стрёмно. Выбора нет, Пиксель. Кому-то нужно это сделать. Ну, это действительно правда. Ладно, ладно, хорошо, я реально буду надеяться, что у меня все получится, но вы себе представить не можете, ребята, как же мне сейчас стрёмно. Возможно, по моему виду не скажешь, но это действительно так. Ладно, хорошо, ребята, будем надеяться, что у нас все получится. Я прямо сейчас уже нахожусь под этой деревней жителей, аккуратненько выбираемся наружу, и вроде как тут никого нету. С одной стороны, это, конечно, хорошо, мне никто не помешает, но с другой стороны, это просто ужасно, потому что в любую секунду сюда могут нагрянуть жители. И я сейчас говорю не про носатых, которые подняли бунт, ребята. Я, конечно же, говорю про жителей миллионера. И кажется, я добыл один фальшивый блок изумрудов. И вот это на самом деле тоже очень сильно усложняет задачу, потому что я периодически буду добывать вот эти вот фальшивые блоки, и это будет очень сильно меня замедлять. Но с другой стороны, ребята, мне по большому счету много драгоценностей не нужно. Мне там скрафтить пару мечей для жителей, пару элементов брони, да и все в принципе. Поэтому, пожалуй, пока мне везет и алмазные блоки не попадаются фальшивыми, я добуду буквально 11 штучек, и на этом все. По-хорошему еще, конечно, добыть немного досок для того, чтобы самый обыкновенный верстак скрафтить, и, пожалуй, ребята, я прямо сейчас это сделаю. Быстренько поднимусь с помощью булыжника, добуду хотя бы одно деревце и буду возвращаться к носатым. Миллионер, да сколько можно? Ты нас уже как ой, день кормишь завтраками, где наши деньги? Братанчики, я же вам говорил, как только вы закончите со стеной, я сразу все выдам, у меня полный инвентарь денег. Кто же виноват, что вы так неумело и долго это делаете? Ну что это такое? Дырка на дырке, отверстие на отверстие. Да для чего мы вообще делаем этот забор? Жители, предатели и Пиксель в клетках. Я же вам уже объяснял, братанчики, это нужно, чтобы все знали, что наша деревня самая богатая. А вот
про клетки, хорошо, что вы напомнили. Я прямо сейчас сбегаю в нашу старую деревню, приведу сюда жителей-предателей для того, чтобы они вам помогали, а вы отдыхали! Отдыхали, как самые настоящие миллионеры! Мне нужно как можно скорее сделать больше големов, потому что если эти носатые поймут, что у меня нет денег, боюсь, у меня будут огромные проблемы. Сейчас нужно достать всех жителей из клеток и отвезти их в деревушку. А это еще что такое? Почему клетки пустые? Я не понял, что тут вообще произошло? Где Пиксель? Это плохо, это ужасно, это просто катастрофа! Если Пиксель выбрался и жителей тоже нет в клетках, это значит только одно. Они каким-то образом выбрались на свободу, а значит, что я в опасности! Да черт со мной, деревня жителей номер 13, моя деревня жителей в опасности, мой план! Это просто катастрофа, это ужасно, жители, готовьтесь к нападению! Да какому еще нападению, миллионер, ну что опять? Пиксели, жители, предатели выбрались из клеток, с минуты на минуту они будут в деревне! Готовьтесь к нападению, готовьтесь к атаке, либо вы никогда не получите своих денег! Это Пиксель, жители, это Пиксель, он вернулся! Да, носатый, не переживайте, а вот и я. Справился я на самом деле очень быстро. Добыл ровно одно дерево, как и планировал. Сейчас сделаю верстачок. Ну а после чего, ребята, вот эти алмазные блоки перекрафчиваю в самые обыкновенные алмазики. И уже из них создаю все необходимое снаряжение. Но для начала нужно пересчитать абсолютно всех жителей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ну и я 11-й. На всякий случай, ребята, я скрафчу 12. 12 алмазных мечей. Офигеть, в буквальном смысле весь инвентарь заполонили вот эти вот штуковины. Носатый, вы, пожалуйста, разберите, раздайте там абсолютно всем оружие. А я пока что вместе с подписчиками подготовлю себе сет алмазной брони, потому что битва, мне кажется, ребята, будет действительно очень серьезной, и проиграть ее просто нельзя. Второго такого шанса у нас 100% не будет, поэтому все должно пройти просто идеально. Я прямо сейчас быстренько вот так вот экипируюсь, и по большому счету я готов. Вот это я, естественно, забираю с собой. Раз уж ты в броне, Пиксель, ты должен идти первый. Первый? Ну, ладно, хорошо, блин, может мне щит тогда какой-нибудь скрафтить, потому что, ё-моё, я как-то не хочу, знаете, один урон впитывать. Тем более, тут рядышком лежит огромное количество железа, поэтому я могу его вот так вот добыть и скрафтить себе действительно какую-никакую, но все-таки дополнительную защиту. Для начала мне, конечно, придется скрафтить печку, все это переплавить, но времени на это уйдет минимальное количество. Не знаю, как вас, жители, но мне миллионер уже порядком надоел. Он только обещает и ничего не делает. Я с тобой согласен, достал уже, если честно. Поэтому, если он сейчас говорит правду и Пиксель действительно хочет ворваться в деревню, я предлагаю его не защищать и просто отступить. А если он и вправду даст нам огромное количество денег, да не даст он нам ничего, житель, ты сам подумай, он уже неделю это обещает. Не знаю, как вы, а я и пальцем не пошевелю, если Пиксель сюда ворвется. Буду просто стоять в стороне и наблюдать, как с этим мэром наконец-то разберутся. Выкладываю сюда досочки, добавляю один железный слиток и все готово. Мы готовы, носатые! Мы прямо сейчас ворвемся в эту деревню, найдем жителей, найдем миллионера и наконец-таки освободим нашу деревушку! Да! Отлично, носатые, вот такой настрой мне нравится. Все, ребята, все, мы наконец-таки выдвигаемся. Вы ждали этого очень долго, да я тоже ждал этого долго. Обязательно прямо сейчас поставьте лайк на это видео, и тогда у нас гарантированно все получится. Даже не верится, столько времени прошло, и вот, ребята, я вместе с носатыми наконец-таки поднимаюсь по этой водице. Давайте, вперед, быстро. Отлично, ребята, остается буквально полсекундочки, и я уже тут. Офигеть, конечно, огромное количество алмазных блоков я вижу, но, к большому сожалению, это пока что все. Нужно действительно осматривать деревушку. Давай, Пиксель, мы с тобой двигаемся аккуратно. Аккуратно и самое главное быстро, носатые. Так, держите мечи на готовке, потому что, если что, сразу будем драться. Мы сдаемся, Пиксель, мы сдаемся, мы все. Так, сдаетесь, вон вы как заговорили. Ну, если вы только пошевелитесь, то у нас вон какая толпа. Продолжаем осматривать деревню, жители,
продолжаем двигаться. Так, тут у нас чисто, тут тоже все в порядке. Каждый домик мы должны вместе с вами осмотреть. Так, стоять, стоять, жители! Мы сдаемся, Пиксель, не трогайте нас! И эти сдаются, ребята, кажется, либо ваши лайки нам помогли, либо мы просто очень хорошо подготовились. Осталось найти миллионера, Пиксель, и закончить с этим. Сейчас обязательно закончим. Только на всякий случай нужно подготовить вам побольше брони. Подождите, а что так блоки странно ломаются? Ё-моё, это самые настоящие доски, ребята, доски! Вот кнопка опять! Обалдеть, всё-таки ты был прав, Пиксель! Да, конечно, я был прав. Так, вываливайте, где миллионер прячется? Боюсь, что сегодня последний день, когда он, в принципе, находится на свободе. Мы честно не знаем, Пиксель, клянемся, он был где-то в деревне. В таком случае мы с носатыми объявляем охоту на этого дурацкого миллионера. Пора освободить нашу деревню и навести тут порядок.